48 нетрезвых водителей поймали дорожные полицейские за 2 дня на выходных. Сегодня стражи порядка подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель». Дежурили они на 3 участках с интенсивным движением в развязке на Шахтеров, 9 мая, 2 Брянской. При этом 8 человек из 48 задержанных раньше уже попадались полицейским в нетрезвом виде. Теперь этим красноярцам может грозить до 2 лет лишения свободы. А один нарушитель попытался скрыться от стражи порядка. Мужчина заехал во двор и притворился спящим. Что важно, сотрудники госавтоинспекции отмечают, такое большое количество пьяных водителей не характерно для конца марта. Праздники прошли, а дачный сезон еще не наступил. Тем не менее, общее число нарушителей снижается. Прежде всего, это профилактика. Она на сегодняшний день дает свои плюсы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года у нас на 40% сократилось вообще количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в нетрезвом состоянии.